пакет. Что это было? Я хочу вот сюда сходить и вот сюда. Тем более здесь шпунтики. Давай прям очень быстро, пока ничего не потратим. Тихо, подожди. Главное прям не ошибиться с направлением. А, это вот так вот было, да? Вот дырочка еще. Не поняла, чего в итоге померла. Это что, дух? Зачем я тюкнула фею, не знаю. Я ловила светлячков, но они все время от меня улетают. Вот, посадить бы их куда-нибудь. Да-да-да. Это очень хорошая идея. Чтоб был фонарик. Правда, блин, бедный... О, боже. Просто... В смысле? Ой, тьма, 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 тьма. Под водой, кстати, эта способность прекрасная не включается. То есть ты ее сперва включаешь, а потом плывешь. Нифига, она дамажит. Боже, куда я плыву? Зачем я это делаю? Здравствуйте. Хреновенка! О, да, увидела. Нифига так пополнилось, слушай, на самом деле. Сперва включаешь, потом идешь. Да отвали ты, родина. Господи, что за жесть? Как способность называется? Вспышка? Секретиков, наверное, натыкано под водой, под этой. С расчетом на то, что ты не будешь тыкаться в стены и будешь валить отсюда со скоростью, не знаю чего. Так. Да, я вернуть это. Че-то мы там точно... Дротуки. Что-то мы там точно оставили. Ой. Ну давай. О, сраный таракан. Ой, будьте прокляты просто. Да, собака. Ну-ка. Да, господи, бесит. Скотина какая, а? Сколько можно?
Давай. Молодец. Давай. Еще немножко. Стоп. Что хотела, что хотела, что хотела, что хотела. Ой. Провалим. Ну опять. Уж турель как-то получается немножко выгоднее, чем лук. Потому что ты ее ставишь, и она все делает. И все, а ты делаешь свое. И при этом, как бы, ты один раз вызвала, и все, а лук ты постоянно долбишь. Можно там. Вот эти вот, которые пулемет свой включают, дурацкий. Иди нафиг отсюда. Господи, ну все появилось, чувствую, завтра буду наверстывать. О, да. Где мы только не валялись сегодня? Последний? Кто? У нас, кстати, два святилища. Это же святилище, да? А, нет, это домики. Это домики, а где святилище? Это травки. Это огоньки. А где светились? А чё, светились синие считаются, что ли? Ну, это хамство. Хотя это, наверное... Ну, нет, способности здесь тоже не считаются. Безобразие. Никиш! Здорово, ребята! Здорово всем! Рыд! Ой, вы такое пропустили! Хотя, может, оно и к лучшему. Ники, чё, сюрприз потом будет. Просто... Ах. Чат в восторге. От локации. It's a fucking Ники, right now. Я, конечно, так мастерски не повторю, но... Ты светишься, да-да-да-да-да-да-да. Ладно, где нас еще не было? Нас не было вот здесь. Маны у меня нет. Просто тупо нет. Под водой, может, что? Мы тут, правда, приплыли. Может, здесь как-то... Вот на фарме мана же появляется. Давай подождем, пока она отреспаунится. Что-то я не хочу туда без вот этого вот. Без света моего прекрасного. Без фонарика. Ну давай, давай, я верю в тебя. Ну? Ладно, хрен с тобой. На, тьфу ты, господи. Ты светишься, о боже мой! Ну, возвращаемся. На фейку, как говорится, надейся, но сам не плашай. Да, господи, боже мой. Давай, 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 самое время. Я прям чувствую, что самое время. Ой. Так, где я? Ой. Гоночка зато. Ну чё, чат, гоночка?
Куда-то вниз. Короче, к выходу. Ну нет, не совсем. Нет. Почему так плохо? Ну, слышно про гоночки, да. Блин, жопе. Не, по-моему, надо свет включать сразу же, просто не дожидаясь, так сказать. Движухи, боже мой. Боже мой! Не, ну слушай, импусь ебуру просто. Да, еще вот эти хрени вообще нельзя доставать, потому что, ну, как бы, да. А с другой стороны, а как без них? Ой, в жопе. Ну, ладно, даже если сейчас просто... А я, кстати, у меня тут нет даже моей способности, прикинь. Это надо прям вот, прям вот так вот делать. Все. Прям вот как есть. Я даже фею не могу позвать. Охрененная гонка прям. Я прям на спидах. Ой. Охренеть. А как это работает? Фак. Да. Именно фак. А как это делать? Мне эти палочки стопорят, лапки. Очень сильно. Ладно, эти хреновинки, от которых отталкиваться. Но лапки. Они же прям, вот прям. Без них я не могу. А они меня ставят. А какого хрена? А-а. Сырка, привет. Спрашивается, какого хрена? А-а-а. Ну все, жопа, жопа, жопа. Еще пару секунд, конечно, да, еще пару десятков. Надо, кстати, не забывать, что у меня есть... Парение, может быть, оно тут зарешает каким-то мистическим образом. Что делать? Ну вот что это такое, ну? Ну вот что это так? Ну вот что это так? Ну вот как? Как? Я вытаскиваю эту палку, она мне загораживает проход. И все. А с этим клеем я хрена еще от нее отлипну. Ой. Тут надо просто понять механику отлипания от этих палочек, и все будет, в принципе, неплохо. Но это что-то проблемно. А ну стой. Да, в какую сторону будем? Да, ну вот опять, вот почему стой как-то неплохо получается, а вот с этой прям проблема. На палку просто так не уцепишься. Я не могу разворачиваться на этой лапке, как на обычных палках. Поэтому, если я ее вытащила перед своим лицом, все. Мне нужно подныривать под ней, иначе никак. Либо так, либо никак. С этими финтифлюхами-то еще ладно. Но вот когда вот это происходит, это все, это жопа. Сразу же моментально. Единственное, что вот как будто бы, да, как только я выдергиваю, и тут же, если я сделаю рывок, вот я прохожу насквозь, как будто бы. Подожди меня. О! Я успела! Я первая! Я молодец! Лощара! О, аж фейерверк, смотри. Хорошо. Все в жопу. Просто нахрен. 1000 рублей мы получили, все, до свидания. До свидания. Валим за шпунтиками. О, господи. От страха, видать. Что-то получаться начало. Боже мой. Шорткат, шорткат. Быстрей. Лапка раз, лапка два. Так, нужно пока погасить. Все-таки прошли гоночку. Ну куда мы денемся?
Так, ты в какую сторону? Не в эту. Ну и ладно. А наверху что? Мана. А, мы ж тут были вроде. Нет, не были. Что-то похоже очень место какое-то. Да господи. Ага. Так, направо, если пойдем, сюжет найдем. Налево хреновенько. Возы хреновенькой. Ну, под люки. Так, семка. Вот она. Шорткат. Лечение. Ой, плохая была идея. Гениально. Просто... Количество IQ стримера поражает. О, господи, боже мой. Ненавижу вас просто, господи, кто вас таких придумал? Так, ну это выход фактически. Выход из семки. Семка, а где моя вот эта штука-то? Эта штука не ломается. Прохода нет. Это что, снизу что ли? Это снизу, походу. А можно как-то вот... Перепутать кнопки, главное. А, это ж там, где мы видели вот, вот это вот. Вот оно. Точно ж. Вот она. Мы ее вообще видели, когда здесь скакали, но я за ней не пошла, потому что у него нафиг. Так, ну все. Так, а внизу? Ничего. Как там выйти-то отсюда? Ой. А как мы поднимались? Мы же как-то поднимались. Как мы это делали? Ау. Проблема, я забыла, как мы поднимались. Так, ладно. Как мы это делали? Чат! Мы ж как-то поднимались. С другой стороны мы поднимались. Подожди. Отдай мне свои жизьки. Мотоцикл, одежду. Что у тебя там есть? Через низ? Да-да-да. Что-то... Я уже просто так хочу отсюда уйти, что как бы... Никич, если ты все еще на стриме,
Уходи. Уходи прямо сейчас. Ай-ай. Сохранится, что ли, после этих мотыляний? Если, блин, нужно будет драться с включенным светом, это трындец. Ой, японские городовые. Чат, запомни меня, молодой. Жизнерадостный. Говно. Просто. Почему всегда пауки? Почему не бабочки, да? Чтоб себя бы видеть на этой арене. Мне показалось, ли это падла хилится? Огонь, да я думаю, да, уже про огонь. Я просто сейчас хочу немножечко подловить ее телодвижение, понять, как она двигается. И понять, действительно ли она лечится или мне кажется. Она лечится. Она лечится? Она охренела? А вопрос тогда, простите. Вот только что у нее было полное хп, а потом оно по этой... Может, мне наркоманит? Наркоманит, наверное, да? Так, подожди тогда. Я просто... Я, может, не туда смотрю? Фига. Ух, срань! Не ори, блин, мне страшно и так. Что происходит, твою мать? Просто что? What? Ты упала, что ли? Просто какого хрена происходит?
Это первый босс, первый. У нас сколько там таких, господи, впереди. Не, что-то сюрикен здесь точно нет. Турельки хорошо себя, кстати, показали. Огонь, в принципе, тоже неплохо. Так, вот это вот немного. Ай. Вообще, кстати, вероятно, здесь имеет смысл постоянно включенный свет держать. Ну или почти всегда включено. Чтобы ее так пассивно, знаешь, подхерать ей. Я, кстати, что-то ее кувалдой не бью. Не, что-то светом будет постоянно тратить эти самые. Что-то хочу, нет. Ай-яй, валим. Тихо. Ори, ради бога. Да господи, блин. Вот вам бабушки, кто заказывал? Где? Боже, застряла в пауке где-то, блин. Я смотрю просто на нее, на ее передвижение, я не вижу, где я там. Я вижу краем глаза, что я прыгаю. Да господи, почему, когда я лечусь, когда раз? Я вижу, что я прыгаю. А то, что я встряла вот в это. Куда ты стреляешь ради всех святых? Но руки убрала. Шелоп. Да куда ты стреляешь, ради бога? Самонаводящееся копье, которое стреляет, что-то в жопу куда-то иногда. Вот зачем он наверх стреляет, скажу. О, в лицо прям хорошо вошло, да? Сейчас третья стадия, походу. Так, там что-то огненное. Что это значило? Так, что-то надо допёхать что-то, да? Что делать? Надо валить. Новая арена? Что? Новая арена, охренеть. Боже мой. Даже в Dark Souls так эпично не было, ей-богу. Dark Souls сосад просто. Копье тащит, да? Это было очевидно. Еще с самого начала. Ой, стоп. Ай.
Не туда, Ори, милый. Мана. Ай. Каждый раз надеюсь, что она брюшко-то свое поднимет, когда я ползу тут за машинку. Рот закрой, не пугай меня. О, свет! Я так и знала! Мне нужна мана. Срочно. Будет обидно сейчас очень помереть из-за этого. Так, стоп. Так, главное, чтобы сейчас убегать не надо было на время. Боже мой! Господи! Как хорошо! Просто мощняво, мощняво. Я в Dark Souls реально так не кайфовала, когда убивала боссов, как здесь. О, ну блин, они сделали ее хорошей, камон! А, не, она живая. Она, видимо, очнулась, да, от тьмы. А, ну хорошо тогда. Шесть плюс, есть 6+. Я представляю 6-летних детей, которые будут играть в это. Знаешь, сила 6-летним. Это было охрененно просто. О, это было очень хорошо. И да, в меру как бы сложно. И при этом всегда, знаешь, вот нужно действовать, прям постоянно думать, что делать, смотреть, как она двигается. И что-то делать при этом, и делать правильно, и при этом и будет достаточно долгий. Стою, сейчас, подожди. И это самое. Я просто пока потрындеть, мне надо немножко побегать. И, господи, блин, я даже не знаю. Что-то сбила ты меня, Йору, мысль прошла, понимаешь. С мелким тоже можно, да? Потому что, ну, это с морой. С мелким не дают. Нас так много! Но мама говорит, что любит всех одинаково.
Не было бы трудной... Не было бы трудно выбрать любимчика. Мы ведь ничего не, ничем не отличаемся. У, Финба наносит критический урон на 200. Хэпулик прям в лоб добивает стримера. Спасибо большое за добивочку. Так, спасибо за поддержку. Так, а можно? Это Мора, это маленький паучок. В лоб, да, именно туда. Это опять Мора. Ну все, видимо. Круть. Прям идеальная смесь эпика, сложности и, ну, не кинематографичной, зрелищности. Нас окружала тьма. Больше мы ничего не помним. Всегда была лишь тьма и мама. Яркий свет нас немного пугает. Тебе тоже было страшно у нас во тьме, да? Чуть-чуть, да. Чуть-чуть обосралась я. А так, да. А так, в принципе, терпимо. Уф. Это круто. Офигенная локация. Прям, уф. Здесь еще, кстати, две дырочки. Давай пешкодралом отсюда тогда, потому что телепаться особо некуда. Уф. Что-то так громко, я уже лег спать. Не вовремя ты лег спать. Фух, сохранится. Пересчитай свои кирпичи. Я боюсь, в этот раз я делалась только жидкой формой страха. Имело смысл, наверное, гонку проходить после босса. Когда свет, как бы вот это все. Но зато по хардкору. Турель очень хорошо на самом деле себя показала. Кто там говорил, что она типа слабенькая? Ничего не знаю. Нормальная она. Ой, стоп. Не плюй меня. Гетфор, спокойной ночи. Пускай тебе пауки не снятся. Ой. Слушай, ну на самом деле, да, хороший момент, чтобы закончить еще и стрим. До кучи, тем более, что уже поздно. А сейчас мы штучку соберем. Что мы тут оставили? Под водой. Мы же под водой что-то оставили, да? Да. А прикинь, тут бы еще... А, подводного дыхания не было вообще. По вот этим норкам. Ячеечкам с водой. Да господи, это ж боже мой. Гениально. Тихо. Не спеши. Подожди, семка и пещерка. Господи. Я же в прошлый раз. В следующий раз можно будет сделать. Переживаешь. Ну теперь точно все. Прям все собрали. И свет этому чувачку включили, он хоть выйдет отсюда. И этот сделали. А это кто? А я с ним говорила? Написано 99, ну потому что, видимо, не поговорила. Либо какую-нибудь козявочку эту самую не нашла. Да, ему нужна лампа. Я ему ничем в этом помочь не смогу. Ну да, значит, все.
Но мы так-то ничему не научились. Ни рывкам, ничему. Мы только свет научились включать. Никуда нам сейчас. Хотя единственное, вот, возможно, там в снегах действительно было что-то с луком связанное. Тут. Если там действительно были точечки для стрел, которые я не заметила. Тихий лес прямо рядом с порталом, есть квест недоделанный. У этого чувачка, что ли, в маске? Опять. Не, думаки. Вообще. Мы же у него все взяли, да? Так, все, к Рафике можно больше не ходить. Семки. Так, это кто? Свои луковички. Приступим. Чу я в той пещере, может, что-то полезное лежать. Фонарь. Как вариант. Тебе доводилось видеть светлячков? Это просто потрясающее сознание. Меня обожают ловцы света. Летят на свет, от цветка к цветку. Не хочешь немного погородничать? Не, ничего не хочу больше. Говори больше на 100% пролетит. Ну не на 100 прям со сбором всего все, как получится, но постараюсь как-то максимально защищать карты. Но если там где-то что-то, шпунтик какой-то не найдется невидимый, ну как бы не страшно. О, штучки, ура! Наконец-то. Так, подожди, а где она рядом с ним-то уже? Нарисовано, что прямо вот рядом с ним. Вопрос где? Да боже мой. Господь. Да боже мой, да что ж такое? Так, ты мне что говорил? Знаешь, что к лесу не давало крутиться огромное чудище щупальцами. Хорошо, что тебе удалось его долить. Это ведь смешно. Очень-очень. Обосраться просто. Ну какие у маленького духа шансы против огромного чудища с щупальцами? Да никаких. Спасибо, что верите в меня. Ваша вера в меня просто поражает. Так, там был трактир. С горячим обедом. Вот это вот все. Мне вот теперь надо вот туда пропрыгать. Там он вроде дупло снизу. Возможно, да. Ну хотя, блин. Ну как? Да нет, нет. Что-то хотя. А где она тогда? Да, ё-моё. Подожди. Что это прям проблема какая-то. Страшная. Ну это я вижу, я внизу топчусь, а он-то прям перед ним должен быть. Куда поток от котла уходит, там нельзя пробить? Наверху? Не, он прям напротив него нарисован на карте. Вот напротив вот этого чувачка. Где-то вот здесь. Либо в зарослях вот этих. Ну, чё-то как-то нет. Ладно, фиг с ним потом. Авантюра. С ним враги станут более живучими и будут наносить больше урона. Зато вы сможете получать из них больше духовного света. Спасибо, нет. Сдержусь.
Но все еще вопрос. На верхнем этаже... Может, бак? Я без понятия. На верхнем этаже там вроде ничего не было. Так, ну здесь точно ничего нет. Так, ну подожди. На верхнем... Вот там вот справа мы были, если что. Оно нарисовано прям как где-то здесь. Вот тут вот, вот прям вот, вот, вот тут вот. Вот видишь, я прям стою на нем. Очень странная хрень. Может, божочек? А вот это кто стоит? Вот это, вот это сверху над нами? Мы же с ним говорили. Он говорил, Таша, а, маленький, когда ты бы его не замочил? Там можно было запрыгнуть на ветки. Вот на вот эти? Подожди, на какие ветки? Вот на эти ветки? Мы там были. О каких ветках речь? Вот эта хреновина золотая вот отображена прямо вот тут. Рядом с синей штучкой. Рядом с синей штучкой. Ветки. Вот эти ветки. Какие ветки, твою мать? Ах. Какие? Где? Какие ветки? Чё-то кто-то опять, по-моему, вот это вот, да? Какие ветки? Синяя висюлька, там можно на ветку запрыгнуть. Вот на вот это, вот на вот это, на маленькую ветусечку, вот это, да? Вот эта ветка. И чё? Ну, запрыгнула я на эту, если об ней речь, если. И чё? Ну, говорят вроде про нее. И чё? Я хазама хаза. Не повторяй за другими. Иландра, спокойно. Чё ты? Вот, вот, золотая хреновина, она прямо над моей головой, прямо на вот этом вот. Прямо на, вот около него должна быть. Либо мы ее когда-то взяли, но с карты она не убралась. Либо я чё-то не понимаю в этой жизни. Вот, вот, вот тут вот она прям нарисована. Я за бак. Я тоже, да. Путайте мне. Ветка, ветка, блин. Вот, мы стоим прямо на ней, на фиговинке. Тихий лес, говоришь. Тихий лес, тихий лес. На этой маленькой ветке нельзя подпрыгнуть вверх? Нет, я упираюсь головой в другую ветку, которая побольше. Что там? Где там квест? Чё-то я куда-то утекла. Стой, куда? Я хазы? Что, куда? Чат, ты начинаешь опять вот это вот, ты знаешь? Блин, а почему от них нельзя отталкиваться? Там открыть дверь можно. Чтоб я помнила, где тут дверь, чат, камон, я здесь не была, сколько? Сколько мы тут отсутствовали? Я даже не помню, где тут дверь. О, кстати. Ты только что там стояла. Боже ж мой. Так, ах. Чё ты меня бесишь? Говори по-русски, ради бога. Стример. Восьмой час уже, понимаешь? Стример только что после босса. Стример вообще не вот это вот. Особенно после ветки.
у стримера уже... Вот что это такое? У стримера уже чуть-чуть подгорает. Что тут будет? Так, вот, вот чё? Ты встала, там появилась надпись «Открыть дверь». Я не заметил. Я иногда не вижу, что можно раз... А, вот, вот это! Господи! Я даже не заметила. Когда там надписи какие-то появляются, я на них уже не смотрю, потому что они постоянно появляются. О, нет! Эти моки слишком долго пробыли в упадке. Они окаменели, как и сам лес. Я даже не видела в этом кусочке... Платформа и камешка с мхом. Дом, понимаешь, чат? О чем ты вообще? Каменевшая кукла. Блин, жалко. А куклу кому, господи? Для меня это был какой-то холмик просто, понимаешь? Их раскаменить нельзя. Да, наверное, когда соберем все эти самые... Вот, понимаешь, я вижу листву, какие-то деревяшки, то, что здесь дверь... Камон, ты слишком многого от меня хочешь, чат. Особенно на 8-м часу. Ай-ай-ай-ай-ай! Ню! Не дамся живой. Смешно. Ну ты сволочка. Да что ж ты делаешь? Я тоже хрен увидела, если честно. Да ей-богу. Сказали бы, что домик ровно там, где иконка. С домиком. Или чем-то на него похожим. Потому что здесь иногда... О, бляха. Здесь просто побочки отображаются так, преимущественно там, где ты их берешь. И я уже к этому слишком привыкла. Вот, ведь сказали бы, вот здесь иконка, туда иди. Все. Это надо, чтобы чат иконку заметил. Просто, например, вот иконка какого-нибудь другого задания. Там, где там, господи. Вот здесь вообще вот тут висит над самым верхом локации. Здесь с семками. Ой, нет, не семки, где? А, ну да, семки вот здесь же. Не где-то там расфасованы иконочки, а прям тут же. Одной иконки вот это недостаточно. Нужно еще вот эту пихнуть. Бумажку, где получили, как бы туда идем. Не знаю, неправильно как это звучит. Ну, короче, иконки висят там, где ты их берешь, эти задания. Вон, опять же, пещерка, вот это вот все. А тут вдруг внезапно здесь, понимаешь? Хоть бы сказали, что это дверь. Просто деревня Мок и домики точно такие же. Да ни хрена они не такие же. Там другое освещение. Там видно, что это домики. А тут какой-то странный холм. Come on. Не увидел я. Если стример что-то не видит, говорит то, что ну там дом. Это такое. Конкретика, чат, конкретика. Это ветка, ветка, дом. Кстати, пещерка, да подожди, это пещерка. Делай скидку на IQ, чат, come on. Ты видишь, что все плохо? Какой дом? О чем ты вообще? Да шо ж ты делаешь-то, женщина? Вообще-то я хотела от него оттолкнуться, он что-то не дал. От них как-то вообще не дают отталкиваться, собаки. Песок даст лопаты, кстати. Ты не хочешь здесь отреспауниться, нет? Ну, видимо, нет. Кстати... О, дырочка. Кстати, кстати... Пойдем. Пойдем, выйдем и зайдем нормально. Типа мы вышли. Это подкова. Да. Тарелочка, вот это вот все. Come on. Монетка. О, Господи.
Ну, типа мы ушли отсюда, давай, вот, и вернулись. Давай, должно получиться. Главное, чтобы... Нет, да? Да в смысле? Ай, срань. Нить, что нить? Опять начинается, да? Или нить в смысле нет? Слишком, чат, ну, камон, зачем? Зачем ты продолжаешь это делать? У тебя есть богатый русский язык. Зачем ты вот это вот делаешь со стримером? Нить. Сейчас бы стример пошел искать нить. Потому что там нить, там нить, иди туда. Там веточка, там нить. Подковка, иди. Почему от этих отталкиваться нельзя? Это, конечно, магия. Класс. Ой, пора заканчивать, мне кажется. 7 часов первый стрим, 7 часов второй. Единственное, что можно за лопатой сходить, она где-то тут была. В самом начале, по-моему, письков. Сейчас уже тоже все, да, походу. Ну это хорошо, на самом деле. Это о многом говорит, на самом деле. Неужели в самом деле? Так, чё, где лопата? Во, вот где-то тут, по-моему. Угу. И чё? Он как-то зловеще светится. Зловещий камень. Да-да, странный звук. Бывает. А кому нужны были какие-нибудь камни? Кто-нибудь помнит? Я уже ни хрена не помню. Вот, это начало, понимаешь, это начало задания. Типа, здесь ты его получил. Какая мне, блин, разница, где я получила это задание? Ей-богу. Что еще у нас было? Писерка. Строитель в камнях разбирается. Ну, можно. Всем туда идем. Подумать только. Дух, в твои руки попал еще один огонек. Огоньки и духи бродят по Нивину бок о бок. Не думал, что доживу до этого дня. Мир хорошеет на глазах, и я сейчас не только в родниковых полях. Будь у меня горляка урона. У нас, кстати, 5 штучек. Нюп. Орлик, ладно. Надо же, осколок без огранки, да еще и в идеальном состоянии. Это большая редкость. Те осколки, что мне обычно попадаются, уже огранены и великолепны. Раньше мастера разбирались в этом ремесле, но я все равно обработаю его как следует. Это оно, да? Да. И... Обработал. И? И чё? Вы получаете из врагов на 3 сферы больше. На 2, на 3. Фиф. Слушай, ну качать-то уже особо нечего. Давайте только без красного лириума вот это вот всё.
одну дополнительную чайку энергии, две. Ну, блин, тратить слот для амулета, чтобы получить две дополнительные ячейки, это что-то такое. Урон летающим врагам неплохо. Но опять же, не стоит того, мне кажется. Вот единственное искусство боя неплохо. Шанс нанести 50% доп. Урона. Так, если вот убрать вот эту хрень, которая подставляет доп. Урон, вот он, да? И чё? Ну, это прям на фарм можно ставить, знаешь. Так, писерка. Нет, писерка, подожди. Или это? Нет, не это. Другая писерка. А, ну да. Сколок духа с него будет чувствовать секреты поблизости. А, прям по умолчанию, да? А, нет, это надо, наверное, все-таки ставить. По умолчанию слишком жирно. Че бы убрать-то? Где она, господи? Вы наносите больше урона, когда у вас есть духовный свет. А, то есть, если у тебя с собой баблишка есть, ты, короче, будешь рашить. О, интересно. Зря, куда она капнула-то? Не вижу что-то ничего. Может, надо рядом смотреть? Становятся полупрозрачными. Я не вижу ничего, чтобы становилось бы полупрозрачным. Либо я такая охрененная, и мы нашли все секреты, что сомнительно. Ну хз. Либо это прям рядом надо быть, и оно тогда будет отображаться, потому что на карте было бы слишком жирно, наверное, да? Когда рядом, ну да, скорее всего, прям когда вот в упор стоишь. Ой, ну что-то не хочу. Это каждый раз туда-сюда, постоянно с ней бегать. Это специально надо, знаешь, по локации пробежаться будет. Конкретно за шпунтиками. Пойдем лучше. Не моя пещерка, вот это было. Постоянно забываю, что чтобы в нее попасть, нужно спрыгнуть вниз. Ищу каждый раз дом какой-нибудь. Юрий Успокоевич. Да, мы вроде и так находимся, да? Тем более. Слушай, может, с паучарой разобрались вроде? Может, здесь не будет плохо нам? Свет должен быть уже, не? Желтый в форме сердечка. Брехня, он не такой. Мы нашли желтый. Желудь. А текст желтый, да. Этот желтый когда-то подарили робку Мумоки. Здесь какие-то еретики. Кто нас тут жрет, непонятно. И все.
Охренеть, я все прям прекрасно вижу из-за этой иконки. А? Ну ладно. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Чуть мне кажется, что мы там что-то упустили, ну ладно. Ладно, тут я была. Эх, можно как-то... Чё там, кому там... Желудь-то. Господи. Где ты там был-то? Господи, ты такой незаметный. А, мой желудь! Больше никогда из рук не выпущу. Да-да-да. Охотно верю. Балисуй себе суд. Чувак внизу. Да я что-то по привычке уже. Надо выйти, выхожу. Нормально. Я уже сплю, видать. Я не вижу дома, я не вижу людей. Отстаньте от меня. Я уже думаю о том, как я закончу стрим, а пойду пожрать. Потому что невыносимо уже. Пошли качаться. Да мы уже все прокачали, все, что можно. Алло. У нас только амулеты остались. И то. Те, которые я ношу, они уже там на максимум вкачаны. Хотя, кстати, нет, не должны. Не все, по крайней мере. Так, что я ношу? Вот это я ношу. На 5 снарядов. Колючка. Не. Вы притягиваетесь к двум врагам. Меня что, разрывает на две половины, что ли? Я из двух рук хлысты. Фигакай в разные стороны, да? И как это работает? Что? Давай-ка возьмем друг поставить, потом решу. Потом в любом случае нафармить. Потому что, в принципе, здесь уже особо уже качать нечего. Из того, что у меня есть. Потому что вот этим всем я не пользуюсь. Так что можно копить бабло и ставить вот эту хрень. Еще и вместе с вот той штукенцией. 6+, да. Справа возле дома с мокрой поговори. С мокрой. Дух, как там в лесу моя семья. Это кукла ребенка моего. Она окаменела. Нет. Мне пора домой. Блин. Не говорит он. Нет, говорит. Вот так это работает, да? И пока его нет, мы раздолбаем его дом. Чего бы и нет, да? Зачем вам такие большие столы и стулья? Они же размером-то примерно с меня. А для меня, вон, смотри, какой огромный. Идем туда, в домик. Ну да, надо бы посмотреть, чем закончится. Так, где ты был? Это что-то было, да? Флешбеки, знаешь, на что? Я только сейчас поняла. Вот когда я делаю вот эти рывки резкие. Dust. Dust and Alien Tail. Там точно такие же были. Она добавила себя к ним. Блин. Ну, будем надеяться, что когда мы вернем свет, они все откаменеются от этого вот
Это батя был... Ну да. Они все на одно лицо. Ну, блин. Не в жопу игра. Типикал, да, 6 плюсов. Раскаменение срочно. Мягкость, мягкость, зелье мягкости, срочно. Шутку про натирание увлажняющим кремом. Ой. Тут я, по-моему, не могла выпрыгнуть, да? Да-да-да, это вот то самое место. Так, кстати. Сейчас точно был респаун. Давай попробуем. Где? Где эта штучка? Вообще, вообще насрать им. Не оттолкнуться от них ничего. Какие-то они неправильные. А зачем он тут тогда такой нужен? Ты скажи мне. Если от него не оттолкнуться ничего. Бред какой-то. Ну ладно. Может, я что-то не понимаю в этой жизни. Вот вопрос. Если не говорить ему про его семью, он не окаменеет? А потом свет всех оживит или нет? Да хз, мы не проходили игру, откуда мы знаем. Не факт, что свет вообще их оживит. Начнем с этого. Ну, я надеюсь. 6 плюс же. Хотя это никогда не мешало персонажам умирать в Ори. Так, здесь, кстати, шпунтик. Около таракашки, около этой. Там лапки у нее опускались. Может, мы теперь сможем пропрыгать туда? Смотри, кстати, а здесь раньше цвели цветы? А! Нет, не цвели, потому что, блин, козявочка моя. На, Маки очень грустно от того, что Крик ранила совушку. Еще нам грустно от того, что с нами нет Кволока. От того, что ты помогаешь, нам не грустно. Но тревожно. О. Что-то я не признала это место. Крик, это шо? Это вот та хреновина, которую ты боялась. Такая с костылями. Которые из них... А, да, вот та тварь, да, та тварь. Стоп, стоп, стоп. Там не было? Была я там? По идее, должна была быть. Не точно. Я не понял, я чё-то. Туда вообще никак нельзя. Почему выглядит, как будто бы можно? Ну, не знаю. Не, золотой — это вроде просто отблески, которые там свет мигает. Но то, что туда как будто бы можно запрыгнуть... Это как будто бы верная мысль. Он чуть не запрыгивается. Так, подожди. Тихо. Не, слушай. А, здесь же... Ну да. Да, да, да. А вот как это сделать? Да, я же уже пытался.
Самое время включить детектор секретов? Да, вероятно. Мне вот интересно, как тут пробраться. То, что ветер есть, он дает понять, что как бы, да. Как будто бы рывка все-таки вот этого какого-то не хватает. Из воды, не из воды. Какой-нибудь рывок вверх, знаешь, супер-пупер какой-нибудь. Слушай, может, отлагало, кстати, испытание. Может, где-то внизу надо сделать ветер сильнее. Или так. Похоже на правду, кстати. Так, ну давай, ты отлагала? Нет? Давай, попробуем. Несем спокойно. Вау, тихо, не надо так. Дай мне испытание, алло, блин, побочка, разлагайся уже. А, серьезно? Ах, обида. Ну ладно, может, патчик какой-нибудь выпустит. Кстати, будем проверить, примет ли тот чел супец вместо воды. Ой, что-то я сомневаюсь. Я прям максимально сомневаюсь. Я даже не помню, кстати, где он стоял. Вот он. Где-то в письках. Да, где-то там. Да нет. Это было больше странно, если бы он взял суп. А ведь завтра не суббота. Намек понят. Я знаю, да. Что завтра не суббота? Слушай, а этот что хотел? Он же что-то хотел тоже, да? Что еще было-то из мелочи? Не этот чел, а подожди, а какой чел? А я что-то думала про этого. А какой чел? О ком вы тогда говорите? А, вот тот чел как раз воду хотел. Точно, я их что-то перепутала. Я почему-то думала, что это курица хотела суп. Воду. Но я не думала, что он возьмет суп. Да-да-да, я уже поняла, да, я вспомнила. Я что-то их перепутала на секунду. Не знаю, просто этот, который типа воронок, кто он там. Попугая воронок. Кто бы он там ни был. Он постоянно жалуется. Я думала, что он тоже еще и на воду пожаловался. Что-то я забыла, что ты тот раз спросила. Типа, я весь такой выносливый, я могу без воды.
Но ты все-таки принеси мне, пожалуйста, ее. Да не, я не думаю, что он возьмет суп. Я прямо удивлюсь, если он возьмет. Можете на минуту. Не бойся, в отличие от своих сородичей, тра-та-та. Водички нет, да? Нет, нет, логично, что нет. Воды нет, но бахни супца, да. Борща ему. Это странно было бы, конечно. Отдайте амулет к волоку. Понять бы еще, где волок. Здесь мы не могли выпрыгнуть. Наверх, кстати. Тоже не могли пройти. Тут тоже, по-моему, не могли пройти. Давай чёрт на трезвую голову, а. Пока что закончим. Мы, в принципе, неплохо справились. Паучка оформили, все зашибись. Пролог прошли, наконец-то. К медведю давай только метнемся быстренько. Я хочу все-таки понять, были там штуки для лука или нет. Чтобы закрыть этот вопрос. Так, а сюда мы заходили? Да, по-моему, заходили. О, сволочь. Сапнула сюда. Подлюка. Блин, в чат стоило посмотреть. Идите, Ангорта. Чуть не убила стримера просто. Так, а что приперлась ты сюда? Где мой медведь? Я, кстати, не удивлюсь. Если ветер, если мы где-то там его усилим, включим вот это вот, он и здесь появится, и там усилится. Чё говорите, синие глазики? Какие синие глазики? Ну, кажется, их тут не было. А, кстати, конечно. А, смотри-ка. А, ну вот туда мы, видимо, и пойдем включать ветер. Я в прошлый раз камень вообще не заметила. Ай, суп. Судя по тому, что чат мне ничего не сказал про камень. О, чат тоже не заметил камень. А, вот эти глазики, типа, это же не глазики, это хз вообще, что-то такое. Мы что-то с этим наверняка сможем делать, но не сегодня. А, не, подожди. Ну-ка, чё, взмах? Зажигать, может? О, в натуре зажигать, смотри.
серьезно. Так, что это зажгли? А ну открой. Блин. Не дотянется, да? Да господи, я на секундочку уже. И как выйти теперь отсюда? Ты не хочешь клюнуть, нет? Ой. И чё? И как выйти? Нет, не так. Хм. Вопрос, конечно, интересный. Вот так выйти. Так, ну что-то я там зажгла. Оно что-то горит. Ветер. Насрать ему, короче. Ты что-нибудь новое скажешь? Он дрыхнет. Ладно, пойдем наверх еще раз. Наверху возле ледяной стенки какой-то кружок. Как-то... Да там много таких кружков. Я вот надеюсь, что огонь растопил, может, что-нибудь. А, да. Ну, раздувать эту хрень никак не идет. А, ну да, кстати, смотри, веточки растопились некоторые. Да-да-да. Смотри, теперь... Ну, не все, кстати, растопилось. Но некоторые веточки растопились. Теперь нужно понять, где новую жаровню искать. Вот, вот эта хрень была, да. Вопрос, где огонь для этой хрени? Да боже мой. Ну что-то двигается, хорошо. Арис, пока иначе. Блин, мы сейчас тоже должны были уже закончить. Ну что-то мы уже начали. Ау. Эти хоть заледенелые. Это что? А, это опять эти? Реально орёт, как Кратос, слушай. Так, ну ладно, это потом. Да боже мой. Ой. О, недалеко летит, конечно. О, боже, серьезно? А
Ладно, давай походим немножко. Ну да, здесь делать нечего. Пока. Слушай, наверху есть фиговинка, и здесь есть фиговинка. Это либо прям постоянно отфутболивать. Оно, видимо, растает, и я смогу пройти налево. А, ну или, кстати. Ой, черт. Подожди. Вряд ли, да? Да боже мой. Я ж дунула. Так, а выйти-то теперь как? Ой, бляха. В жопе. Не, значит, надо здесь как-то делать. Стой! Что-то в прошлый раз было лучше. Я сейчас реакция уже не та. Она и так-то такая себе. Господи, боже мой. Что ж так это самое? У меня есть одна теория. У нас же есть способность отталкивать огонь атакой обычной. То есть прыгаешь, бьешь. Оно и летит. Бейсбол. Вот это вот. Подожди, либо не попало, либо это не работает. Не работает, отлично. А была интересная мысль. Ладно, храни с тобой, давай. А, ну камон! Нажрала шоколада, значит, она очень виню вас. Ну-ну. Винить ты можешь кого угодно, жопа-то все равно твоя. Так, ну хорошо. Ну-ну-ну. Плохо. Господи, что тут такие все хищные? Так, а там, кстати, лед около котелка-то растопился. Здравствуйте, откуда вот тут? Типа зажгла огонь, монстры отреспаунились? What? Чё это было такое? Да ладно, ну что? Камон. Серьезно? А там же что есть? Не хищно, не дружелюбно, лезут целоваться, конечно. Засосут до смерти, да? Рот закрой дважды, трижды, четырежды. Не понял. А если огоньком и жаровни? По люду кинуть? Да я пробовала до этого, блин, так неудобно. Если только погоню на обратном пути, что-то не хочу сейчас пробовать опять. Эх. Мне нужен ветер. А для ветра мне нужен рычаг. Вопрос, где он?
Все-таки что-то, по-моему, надо налево. Или наверх. Ну, наверх-то, блин, я не попаду. Так, ладно, давай еще один шанс. Если ты сюжет, но я... Что-то далеко летит. Да бляха. Да. Ну, штучка, да, как и ожидалось. Рычаг где? За эту я не могу зацепиться, прям не хватает силушки. Вообще, по-хорошему, эта штучка здесь как раз и висит, чтобы я могла без ветра туда запрыгнуть. Ну что-то я не дотягиваюсь. Был бы тут песок. А, нет, я не могу зацепиться, потому что она не горит. Очевидно, нет, но попробуем. Эту штучку за... Да что ты говоришь? А как я тебе это сделаю-то? Ну, наверх, слушай, я отсюда выбраться не могу, если только обратно телепнуться как-то. Что-то как-то неудобно. Снаряд от костла донести. Костюл в другой в другом конце локации. Я очень сомневаюсь, что это так должно работать. Возле котла песок. Мне это никак не поможет. Либо я в упор не вижу где-то рычаг. Либо вот... Нет. Слушай, ну я прям... Ладно, давай попробуем выйти отсюда. Из-за мороза в пределах Баура все-таки хрупким становится. Все в морозе. Таким хрупким становится. Из-за мороза. Короче, знаешь, как разлетается на осколки карта. Вот и я не знал. А вчера уронил одно. Осколки были у Астри, как стекло. Неправильно, не там зависание. Но неважно, карта мне там не нужна. Придумаешь, да и знать обязательно. В следующей жизни. Ноу. Игра. Ну все. У нас, я смотрю, каждый стрим заканчивается одним и тем же, да? Хорошо. Ори, все, да. Игра такая, ну слушай, мы уже играем 8 часов, хватит. Все, уже 9-й пошел, хватит. Игра не выдерживает раньше нас. Игра устала, да. Ну чё, с почином тогда. Ну главное, что мы, кстати, можем здесь, в принципе, двигаться с горем пополам в этой локации. Нам можем. Вот. Поэтому будем двигаться на следующем стримце сюда.